Девочки, привет. Я иду в Ленту за покупками. Сегодня у нас в Ленте 50% скидки на постельное белье, подушки, одеяло, покрывало. Сейчас что-нибудь прикупим. Я вам все покажу. Еще прошлись мы по магазину и, конечно, немножко из продуктов купили. Сейчас я вам все скажу по нашим ценам. Виноград 79,99. Такие у нас цены. А затем масло Альтера. Так, подсолнечное с зародышем пшеницы и с оливковым маслом. А за бутылочку получается 75 рублей. Гречка 45 рублей. Вот такой сыр 39,99. Ну, сырки там по 6, по 8 рублей. Икра кабачковая 365 дней. Это лентовское производство 22 рубля. Соевый соус был по акции 49,99. Кофе Жаке в зернах. Здесь идет 900 грамм, 345 рублей. Чипсы Лейс, по-моему, по 38 рублей. Активия по 22 рубля. Так, далее у нас... сегодня на соки Морсы была скидка 40%. Получается, моя семья клубника-земляника. 31 рубль получился. И вот такая вот литр 900, 79,99. Чили. Перчик маринованный 89,99. Батон наш любимый 31 рубль. Чесноком с майонезом, зеленью. Так, рыбка. Сельдь крупная, холодного копчения. На 83 рубля вытянула. Мойва. Обожаю копченую мойву. Тоже получается... Так, 174 грамма на 59 рублей. Гранат. Килограмм 109,99. 534 грамма на 58 рублей. Груши 139,99 за килограмм. Освежитель воздуха 119 рублей. Так, затем вот такую корзиночку взяла 99 рублей. Нивея. Крем для тела. По-моему, 109 рублей. И вот такой еще выгодный набор масок Вилента. Там 10 штук, они все разные. Я открою при вас. 236 рублей за 10 масок. Я считаю, это вообще выгодно. Так, что здесь входит? Так, маски на каждый день. Коллагеновые маски, плацентарные маски, плацентарно-коллагеновые маски. 10 штук тканевых масок. 236 рублей. Это одна маска 23 рубля 60 копеек. Вообще дешево. Посмотрю, наверное, еще куплю такие. И из постельного что мы взяли? Я взяла Нанину кровать. Это 1,5-метровая кровать. Как полторашка, или как она правильно называется. Так, вот такое покрывало 999 рублей. На 2 метра, 2 на полтора, короче, вот так. Мягенькое, вот такое вот зеленое. Вот такое вот зеленое с таким рисунком. Вот такое вот одеяло. Тоже на ее кровать. По размеру. 140 на 205. Получается со скидкой 1525 рублей.
Так, где оно открывается? Что-то не вижу. Вот такое вот одеяло. А тут то уже поистончалось у нее. Ну что, хорошее одеяло. И постельное тоже на полторашку. Это идет сатин. Вот такие вот красивые розы. Вот такие, видите, красивые розы. 1578 получился за сатин. Подушки 70 на 70 по размеру. Ну вот заправили, получилось вот такое постельное белье. Простынь бежевая однотонная, наволочка вот такая. В одеяло заправили под одеяльник. Он получился как двусторонний, да? Вот такие вот розы красивые. А с другой стороны вот такая расцветка. Все это папа выбирал, доченьки. Папа закрывает, накрывает. Мягкий. Мягкий такой, как плюшевый. Все красиво. И как обещала, сейчас откроем маски. Само уже не терпится. Вот такая вот коробочка открывается. Прикольно. Ой, всякие разные, смотрите, маски. Так, фруктовая кислота, омолаживающая с эффектом пилинга. С фруктовыми кислотами. Коралл. Маска тонизирующая, увлажняющая с экстрактом коралла и морских водорослей. Они, правда, все разные. Биозолото. Ой, девчонки, если у кого есть в городе Лента, и сейчас такая проходит акция на маске, бегите скорее, покупайте. Смотрите, женьшень, маска тонизирующая, омолаживающая с экстрактом женьшеня. Так, 100% коллаген. Маска профессиональная, антиоксидантная. Лифтинг и увлажнение. И все-все, видите, они разные. Жемчуг. Маска увлажняющая против морщин. Жемчужной пудрой. Акула. Маска питательная с эффектом лифтинга. С акульим жиром и экстрактом оливковых листьев. На другой стороне все здесь расписано. Состав, действие. Так, нежность. Маска увлажняющая с эффектом лифтинга с гиалуроновой кислотой. Лифтинг эффект 40+. Как раз мне подойдет. Так, далее. Маска питательная с эффектом лифтинга с натуральными маслами. Оливка нарисована. Так, и виноград. Увлажняющее, успокаивающее с эффектом литинга виноградным соком. А, тут вот, смотрите, даже я вот увидела, смотрите, вот 40+. Она возрастные, так, 40, 30+. Так, 25, золото 25. То есть все тут богатом. Коралл для всех кож. Ой, для всей кожи. Так, и для всех типов вот это тоже фруктовые кислоты. Так, вот такой вот набор масочек. Так, я буду в Ленте, я еще обязательно куплю такой набор. Там видела 2 или 3 набора еще стояло. Прикольно. Еще вот я купила, но это не в Ленте, а в Латуале взяла. Такая помада. Это помада голубого цвета, но она потом превращается в розовый. И держится 12 часов, как написано. Смотрите, голубая, да? И она такая проявляющая. И вот смотрите, она такая проявляющая. То есть я ее накрасила. Вот она, видите, голубой, да? Голубой. И она потихоньку проявляется в розовый. Очень удобно с собой, ее в сумочку бросил, положил, и удобно с собой носить. Видите, она в такой розовый.
розовый, как с блесками, как перламутровый такой. Видите? А так она голубая. И она выдвигается. Вот, видите, чик-чик сзади вот так. И вот еще смотрите эффект у нее. Видите, я тру, и она не стирается. Все равно остается. Такая стойкая. Умерить модели. Такая ветровка. И сзади вот такая вот надпись. Но это больше размера. Ну вот такой вот я приобрела все-таки. На такой расцветке остановилась. Плащ-тренч покупала вот в Остине. Видели, да, примерку? Вот такой вот подкладик. Видно? Как барашек. А ткань непромокаемая. И мне он очень понравился. Ну, вот на спине такая надпись. Вообще удобен. Удобен. Довольно. И всего 4000. Серый. Кажется, тоже ничего, да? А, пуховик дочери купили зимний. Вот такой. Вот такой в школу ей ходить. Темно-синий цвет. А пушка отстегивается. Ну, короче, мы мерили, он где-то по колено получается. Ну, так неплохо выглядит. А что-то он со скидкой получается 5000. Вот. 5000. А стоил 9000. Ага, было аж красное. Что это такое? Само по себе, чё к чему. Чё, смотри, вот что такое красное? Это у тебя так. А ну, почему? Там, смотри,